А тут красота. Я поела и вышла попить нескафе на балкончике. Открыла. А здесь такое ныли небо, месяц, фонарик мой любимый. Люди ходят. Окошечки горят. Я вспомнила, что я сняла вам видео. Вот нескафе допиваю с молочком. Сняла вам видео, как я готовлю, сон вам рассказываю. А у меня написался стих, и я вам его не прочитала. Как же вы без моего стиха будете проводить благостный, прекрасный вечер? Даже не представляю. Надо исправить эту недоделку. А я иду, шагаю по Великому Новгороду, и я пройти еще смогу. Та-дам, 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 да-дам, та-ри-да-ри-да-дам. Давай, съезжай. Ну давай, Люся. Ну давай. Съезжай, Люся. Давай. Молодец. Молодец, Люся. А, холодно. И снова полезла. Закрыла я окно. Очень холодно. Замерзла. А кенгурушечка меня ждет. Сажусь, кенгурушечка. Дождалась? Молодец. Привет, мои любимые. Ну что, как обещала, стих. Реально макарончики зашли. Просто обалденно. Со сметанкой. Ничего больше не надо. Зарядка 3. Сейчас вырубится. Сейчас, секунду. Вот надо ее поставить на зарядку. Почему он так у меня разряжается, непонятно. 5 человек просятся в друзья стучаться в этом. Хотя я сегодня 20 человек добавила. Я тут ставила фотографии сегодня, смотрите. Это авокадо. Это кисонька с хоритой. Опять не резко. Люсь, ну снимай, пожалуйста. А то будет как вчера, снимай. Что-то не хочет он снимать резко. Сейчас опять вырубится видео, надо быстрее. Вот я сегодня ледышку нашла на балконе, кругленькую. И сквозь нее просвечивало солнышко. Так красиво вообще. И там столько рисунков было. Такое сегодня было солнышко. Значит, будет весна ранняя. Я уже сказала в каком-то видео. Ладно. Стыхы! Как Мухаммед говорил. Сейчас, наверное, тоже говорит, не знаю. Я не смогу вам показать того, что вижу. Момент сейчас другим не передать. И даже если я ваш ум обижу, и все же мне за вас себя рождать, ваш опыт, жизнь и миг, и ваше время, вам не понять того, что вижу я. И то, что вам судьба и бремя, момент сейчас, без время для меня. И если я как дух покину тело, чтобы вам момент сейчас свой показать, и к вам войду, иль фениксом умело сожгу себя, чтоб снова воссоздать, вы не поймете, не увидите основы и сути, и момента, и Творца. И будете роптать на ум свой снова, и карму оживлять, и ждать конца. Я просто есть сейчас, в моменте этом, и созерцаю с благодарностью Творца.
Без ожиданий, ярлыков, делюсь я светом. Благоговею бесконечности отца. И поставила такую гифку. Не хочет он резко снимать, мои любимые. Уж простите. С этим я не могу ничего поделать. И поставила прекрасную музыку «Спокойствие разума». Уже 26 моим друзьям понравился стих. 100 человек посмотрели, 4 себе взяли. И кто-то написал комментарии. Наташенька Крутицкая прислала вот такую красоту. Сердце золотое. Спасибо, Наточка. Надежда Ребрикова тоже прислала сердечко. И люблю. Злата Майя прислала вот такую красоту. Огонь любви. И Людочка Косачева тоже прислала вот такую красоту. Спасибо, мои хорошие, мои любимые девочки. И вот такую красоту прислала Людочка Косачева. Благодарю сердечно. Марина Смирнова прислала сердечки, ручки в намасте. И Света Слава написала: чем больше узнаешь, тем меньше знаешь. Классные слова, это точно. Я знаю только то, Светочка, что я ничего не знаю. Вот. Такая красота. И музыка тоже понравилась очень. Даю себе добавить. Добавляйся, Люся. Что такое? Чего ты не добавляешься? О, благодарю. Божественного вечера, любимые. Спасибо, что вы есть. Очень-очень люблю вас.